Молодые учителя из Ульяновска и Димитровграда блеснули на сцене губернаторского инженерного лицея. После церемонии открытия команды преподавателей приступили к первым испытаниям. Необходимо запомниться комиссии и представить себя эффектно. Сначала конкурсанты провели презентацию команд. Далее приступили к интеллектуальному чемпионату. Конкурс команд молодых педагогов проводится в нашем регионе второй раз. Он запущен в прошлом году в год педагога и наставника. В этом году у нас 26 команд пришли сегодня сразиться. Это 6 муниципалитетов Ульяновской области. И команды – это молодые педагоги с опытом работы до 3 лет. Участников 3 или 4 в команде. Инна Шернина и Лев Ильин преподают в инженерном лицее математику и физику. Они не только коллеги, но и лучшие друзья. В прошлом году они участвовали в конкурсе и заняли первое место. Сам конкурс представлял себе очень интересный, многогранный. Для любого учителя достижение, открытие – показать себя, показать свою инициативу, показать веру детей в нас и поддержку, в частности. Победители предыдущего конкурса поддерживали их ученики. Дети легко воспринимают информацию от молодых преподавателей, буквально на одной волне с наставниками. Мой любимый учитель – это Инна Алексеевна, потому что она очень добрая, отзывчивая учитель, который может прийти тебе на помощь в любую трудную минуту. Конкурс проводится для повышения престижа педагогической профессии и развития командных форм работы в образовательных организациях. В этом году, так же как и в прошлом, испытания пройдут в течение 2 дней. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Правда ТВ.